Всем привет! Продолжаем рассматривать картины «Адам и Ева. Ганстома. Здание главного штаба». Традиционные фигуры наших прародителей. Излюбленная тема для художников всех времен и народов. Художник-символист Ганстома пользовался большой популярностью в Германии. Его многочисленные ландшафты при простоте мотивов отличается колоритностью и тонкой передачей настроения природы. В своих религиозных, мифологических, аллегорических и жанровых картинах он напоминает в отношении изображения человеческих фигур итальянских квартачентистов и еще более современных им немецких художников. Ярким примером является картина «Адам и Ева». Может показаться, что фигура Адама и Евы вышли у него немного суховаты и даже безжизненны, но композиция произведения в целом получилась наивно поэтичной, оригинальной и проникнутой национальным духом. Изображение сатаны, дьявола, замаскировано под змею, искушающую Адама и Еву съесть запрещенный плод, в то время как смерть в виде скелета ждет, чтобы схватить Адама и Еву, символизирует смерть, входящую в мир. Вот такое описание к работе Ганстома «Адам и Ева» я нашел в интернете. Работа находится в главном штабе Петербурга. Пока-пока, до свидания.